Привет, друзья! Снова вы на канале Виталэс, с вами Виталий Пискун. Сегодня день города и праздничное путешествие я начну от шара желаний на фестивальном причале. Поехали! На мотоцикле не страшно ездить? Нет? Третьего подписчика. Да. Давно подписан? Да, давно подписан, давно. Давно, вообще год назад. Нормально смотрится. Да, да, красиво. О, вообще. Еще один человек, еще один подписчик. Канал про Днепропетровск. Очень много полезной информации. Спасибо. Пожалуйста. Я даже ваш вообще канал смотрю. Еще вы один подписчик. Это да, просто невероятно. Да. Да, несмотря на то, что школа, супер, университетские будни, веселиться надо от души. А учиться? Да, учиться тоже. А как зовут их? Маша и Маша. Маша и Маша. И а это Паша это? И Маша. Я сказала. А что это у вас и Паша, и Маша, и тот? А это кто? А у нас Васька фантазия. И а? Васька и Люська. У Васька нас фантазия в компании не очень, поэтому Паша и Маша. Ну что они у вас эти? Близнецы, братья? У меня парочка. Мальчик и девочка, у них любовь большая. Понятно, ясно, хорошо. А вино хорошее? Шикарное. Кто 100 грамм выпил, тому пенсию подняли в 10 раз. Депутатское будет. Депутатское, да. Yeah!
Друзья, новый мост был открыт 6 ноября 1966 года. А в ці ж дні біля Дніпропетровська ще одну перемогу здобули будівельники. З'єднала береги Дніпра 1,5-кілометрова залізобетонна стріла. Новий міст – найдовший і найширший на Україні. Один з найбільших в Радянському Союзі. Украина – это доходный дом Хреникова. Была построена в 1913 году. А вот это доходный дом, он был построен еще раньше, гостиницы. Еще подписчиков, да, встретил? Ну, можно и так сказать. Пиротехнику на вечер заряжаете? Не на вечер. А на когда? Через 20 минут. Да ты что? Да. Ага. Ну тогда я дождусь. Вам повезло. Тогда я дождусь. А что же это будет видно, если днем сейчас? А, это хлопушки слышно. И все? Это будет слышно, да. И все, да? Я почистил. Пробил. Так, а вот у нас? Громко будет стрелять? Да. Дождемся выстрелов. И на этом я уже, наверное, буду завершать обзор дня города и как он сегодня проходил. Нам, ребята, сказали минут 15. Ну, а на экране у вас это будет полминутки. Ждем, не уходим. Да. Всегда удивлялся, знаете, когда смотрел на эти битвы древние, всегда удивлялся, как можно махать мечом или саблей целые сутки.
Вы знаете, как битва шла? Сутки, двое, трое. Ужас. Как они в руках держали по суткам. Загадка до сих пор для меня. На этом все, друзья. Если вам понравилось, ставьте класс, делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Виталий Пискун и канал Vital Way. Пока, друзья. До свидания.